Ну, я думаю, просто нашим генералам всегда есть что терять. Вот они прежде всего думают о себе, а потом уже о народе. Вот. Дальше, полковник. И еще, одна к вам большая просьба. Сейчас сюда едет группа чрезвычайные новины, вы знаете, наверное, Стогния группа, Вячеслав Мавричев. Он очень хотел бы взять у вас интервью. Вы могли еще задержаться на 5-6 минут? Группа на подъезде. Спасибо вам. Спасибо, молодец. Не расходимся. Молодец. Будешь генерал. Один вопрос.